Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. И я вновь рада встрече с вами. Во-первых, я хочу поблагодарить моих зрителей за комментарии, которые вы оставляете под видео. Во-вторых, я хочу поприветствовать на своем канале моих новых зрителей. Добро пожаловать! Первую половину сегодняшнего дня я провожу дома, и я решила заняться выпечкой. Сегодня я буду готовить очень вкусные булочки и очень красивой формовки. Я предлагаю вам два варианта. Присоединяйтесь, девочки, я буду вам очень рада. И сегодня мне понадобятся следующие продукты. Теплое молоко 250 мл, яйца 2 штуки, 1 яйцо, плюс белок в тесто, желток оставить для смазывания. Сахар 4 столовые ложки, щепотка соли, дрожжи 7 грамм, масло сливочное 70 грамм, масло подсолнечное 50 мл, мука 450-500 грамм.
Только что испеченные булочки из дрожжевого теста так притягательны на вид, источают такой соблазнительный аромат, поверьте мне, что отказаться просто нет сил. А уж со вкусом домашних булочек не сравнится ни одно самое прекрасное магазинное пирожное. Очень вам рекомендую попробовать испечь такие булочки. Рецепт очень простой, и я уверена на 100%, что с этим рецептом справится абсолютно любая хозяйка, даже та, которая никогда не имела дела с дрожжевым тестом. Я благодарю всех за просмотр и за внимание. Говорю всем до свидания и до новой встречи на канале «Новая жизнь в Анталии» Светлана Али. Всем пока-пока!